Плану і задач на 2021 год сапраўды шмат. Сярод сюрпризов, які рыхтують жыхарам города, новые гандлёвыя объекты. Планируется открыть 7 торговых объектов торговой площадью 2000 квадратных метров. Это торговый объект по улице Белого ООО «Сахарторга», магазин «Де-факто» в торговом центре «Кристалл» по улице Ильича 333. Также планируется открытие магазина «Соседи» по улице Кожера 1 и двух торговых объектов по улице Малычука 9А и 19А. Это ООО «Море» и ЗАО «Икскрафт», два гуся магазины. Кроме того, прорабатывается вопрос открытия в торговом центре «Секрет» известного польского бренда молодежной одежды «Синсей».